Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, у нас с вами мукбан. Всем собирайтесь, кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. У меня сегодня немножко сосисочек, сарделечек, шпикачек, огромные макароны. И вот здесь вот у меня салат огуречный. С луком. Всем приятного аппетита. Очень хорошо. Смотрите, какие огромные макароны. Но они развалились. По идее, это ракушки должны были быть. Варила только написано, на медленном огне. Но... По краям они разварились. Какие-то да, запчасти от них отвалились. Середина дольше проваривалась. Короче, я их, помните, показывала в покупках из Ашана. Есть на Дзене этот ролик. Так что, кто не подписан на Дзен, приходите на Дзен. В общем, их надо есть руками, мне кажется. Полила я это дело сейчас. Здесь у меня майонез с хренадером. Как-то хренадер этот отдельно не очень мне зашел. А вот с майоником вкусно. Вот вариант вот такие вот шпикачечки. Мне они нравятся, потому что они, в них здесь внутри нет жирка. Обычно, знаете, шпикачки, в них какой-то жир бывает, такие маленькие кусочки. Как вкусно. А здесь нету. Вкуснятина. Так, салат с маслом я сказала. Просто огурчик порезала. Я так есть хочу. Везде не хочу спать, не могу. Горчица. Столовая среднеострая. Нашла в холодильнике горчица у нас есть, оказывается. Та моя любимая закончилась. Которая от Махеев я брала зернистая, по-моему. Вот, поэтому будем есть такую. С горчицкой. Ну, не ядреная. Какая? Средненькая. В общем, макарошки отварила. Надо фаршировать. Наверное. Вот такие они огромные. Добавила туда укроп, добавила туда чуть-чуть петрушки и перец чесночный. Погода. Вот весь день пасмурная, я не могу. Я еле-еле встала утром. Погода, видимо, будет меняться, такое состояние не очень. У нас идет снег уже третий день. Ну, он как-то идет, то не идет. Под ногами каша, потому что тепло, минус один. Он идет и тут же тает. О, сколько горчицки, смотрите. Класс. О, это неправда, что она не ядрененькая. Если много захватить, будет все ядрененько. Нормально так ядрененько. И, в общем, обещают нам плюсовую температуру. В общем, короче, капец. Сегодня Хэллоуин. Ну, 31 число. Отмечаете ли вы этот праздник? Пишите. Реально? Никогда не отмечала. Как-то покупала в фикс-прайсе тыкву.
Ну, или статуэточку такую, фигурку. Потому что она мне понравилась просто. А так нет, я считаю, что... Не знаю. Ну, даже не то, что это не наш праздник, да? Я его никогда не понимала. А люди там многие прям отмечают. Вы отмечаете? Слушайте, вот это вкусно. Штука. Майонез. Ой. С хреновиной. У меня сегодня на Дзене нет ни одного комментария почему-то. Я еще не ответила на те, которые вы мне писали. Но... Да, там в телефоне свое. Но я сегодня уже выкладывала туда ролик на Дзен. Покупки из фикс-прайса. Там нет ни одного комментария. Ну, такого у меня никогда не было. Мне всегда хоть один допишут комментарий. Так что, кто меня с Дзена смотрит, напишите. Ну да, если вы не сможете написать, значит, действительно, какие-то проблемы, может быть. Но если сможете, значит, проблем нет. И мне просто никто не написал комментарий. Классно. Ну, такие макароны, конечно, неудобные. Да, прикольно. Но, ну, фаршировать, с фаршем их делать надо. Там еще трубы были. Да. С удовольствием прям кушаю. Ем. Чтобы некоторых не травмировать. Я уже включаю огоньки. Ну, они у меня круглый год, в принципе, висят. Я периодически включаю. Но летом как-то нет, потому что летом-то темнеет поздно. Вот сейчас уже где-то неделю как. Включаю. Огонечки свои. К Новому году готовлюсь. Ну, а чего? 2 месяца и Новый год. Новый год отметим. И будем ждать лета. Я же так накидалась резко. Ой, горчица грудезла, у меня аж это... Нос поплыл от незлой горчицы. Ой, ну вот эта штука мне прям вообще понравилась. Вкуснятина. Очень вкусно. Но очень сытно.
Друзья. Надо переваривать. Так что это все. Это быстро. Я просто реально хотела есть. Время, наверное, 6:30 уже, да? Ну, не 6:30, 18:06. Я сегодня еще не ела. Кофе только пила. Поэтому я очень есть хотела. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь. Извините, что быстро очень. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду для вас новыми вам. Целовашки, обнимашки, ваша яма. Пока.